Внимание! Говорит оперативный дежурный. Начинается третий и четвертый этапы комплексной проверки региональной и местной системы оповещения. Утренний сигнал в Самаре был учебным. Систему оповещения в регионе проверяют дважды в год. Как правило, это первый способ предупредить жителей об опасности в случае авиаудара или, скажем, наводнения. Здесь, в Центре по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, об этом узнают первыми. Мы проводим оповещение как руководителей муниципальных образований нашей Самарской области, и также мы проводим оповещение населения, то есть жителей, проживающих на территории Самарской области. До населения сигнал оповещения доводится электросиренными установками. Эти установки размещаются на крышах административных зданий, на жилых домах, высотных. Ложиться, стоять или бежать и искать укрытие. Что делать, когда слышишь вой сирен? Главное, говорят в Центре гражданской обороны, не паниковать, а постараться найти телевизор или радиоприемник, который сейчас есть во многих телефонах, и прослушать информацию. На сегодняшний день в городах и селах региона установлено более 500 сирен. Включаются они, как правило, автоматически. По данным Центра ГО ИЧС, электронное оповещение охватывает более 90% территории области. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.